Народ, всем здорово. У кого MSI GE60 ONC. Вот такой вот ноутбук. И у кого есть проблемы с видеокартой NVIDIA GT650M. Там синий экран, вылет, дым и прочее. Короче, у кого исчезает видеокарта в момент игры или там, в работе с тяжелыми программами, значит, я долго искал на форумах и как решить эту проблему. Мне даже сделали ребоудинг видеокарты, ни хрена ничего не помогло. Проблему решил вот таким вот способом. Короче, просто тупо купил в Эльдорадо охлаждающую подставку и убрал вот эту нижнюю крышечку. Поставил на охлаждающую подставку. Значит, видеокарта появилась в трее, слава богу. И после этого, теперь, когда я играю или там работаю с программами, у меня прекратились синие вылеты, белые буквы, ежики там всякие, артефакты и прочая ахинея в этом ноутбуке, конкретно в этом ноутбуке. Поэтому рекомендую охлаждающую подставку, нахрен убрать нижнюю крышку и рубиться. Все, всем удачи, пока.